Johnny. Привет, я Шок. Сегодня мы покажем тебе, как мы сыграли шоу-матч против Бустера и большой стримерской компании. Ну а также будет аимка с Бустером один на один. Как это все происходило, его реакции, все это будет в одном ролике. И да, я переехал домой. Карантин, ситуация в стране такая, поэтому это нужно. Ну а сейчас я тебе желаю приятного просмотра и не забудь про кнопочку лайк. Погнали. В первых двух матчах я сыграл в составе Каравая, Макривского, Мапки и Ксюши. Мы играли против Бустера, Дизаута, Строгу, Генсухи и Дмитрия Ликса. Ксюша, ты хорошо играешь? Нет. Хуёво. Тимспик на мажоре. Ксюша, ты можешь сидеть? А где Строгу был? Найс. Найс. В кичи навики под отцами, бар. Двое под Б. Двое под Б, один под А. Один под А. По идее, два Б, да? Авик, это ласт. Авик, это ласт. А где бомба наш? Найс. Где флеш? Минус с окна. Хорош. Найс, кукушки. А, ведь нашел? Пошли тебя. Я был. Убил. Большой вафф. Тут у нас 100 рублей. Спасибо. Бласт, мне кажется. Пидол? Да. Да. Шорт. Сейчас будет стэрс. Убил стэрс. Убил подпэлс. Это кибершок, это кибершок. А, и еще коннектор. Коннектор, каравай, у тебя слева. Молодец. Или на нож. Блин, у нас шорт трахает просто, я хуйню. Да, шорт. Да. Минус А. Я двое лоха П, двое лоха П. Еще один, наверное. Вау, пэлс. И тетрис. Рич. Лучшая. Ой-ой, пацаны, на пуле. Ебать. Стар. Все, ласт. Ласт. Гузик первый. Два килла. Один шорт. Блять, один коннектор, один шорт. Идут на. Давай, 3000 рублей на киви. Это очень выиграл. Ты можешь сказать прямо на кибершоке, он точно выиграет. За 3000. Ебать! Ух ты, ебать, что стоит, нахуй! Хорош! Лучше, блядь! Хорош, Рома! Ебать, хуйня какая-то! Если что, все эти трансляции с играми проходят на стриме Twitch моем, поэтому жду тебя там, ID у тебя здесь, ссылка есть в описании. Сейчас карантин, почему бы не смотреть стримы, это самое... безопасное, что можно делать. На Б похоже. Есть под Б. Да. Бегут. Толпой. Все. Все. Б. Кстати, уже. С? Двое на... Как он, то справа. Двое на зашел. Не обходил. Один гробы. Тройка гробы, банан. Вау. Нормально. Канавер был. Он в лонг идет. Лонг. Я дефурю. Да, дефусь. Ты можешь мне выпадать, а 10 хп? Убил. Кину флеш на секунду. Нет, окей. Ковры могут выйти? Найс. Хорошо. Никто не скажет ему то, что флешка вообще не туда полетела. Все нормально. Второй минус. Вышли банан. Нормально они разыгрались. Так, я не понял. Я перестал убивать. Мне не нравится. Кину флеш Вайзу, готово? Давай. Интересно. Сделаем вид, что она была. Я повторно кинул. Го вместе. Жду, блядь. Убил в балкон. Это Б разочел, который? Мидл. Найс. Что, блять?
Посмотри со мной банан шок. Два на банане осталось. Лево, право. Спасибо. Прям бегут, бегут в яму. Я успею поставить бомбу. Last short. Слушайте, под бомбу никогда не выиграли. Давайте не будем рисковать под таком раунде. 10 секунд у нас, ребята, надо играть. А, давайте. Вылетаем. План чекнет. Ставите библиотеку. Я ставлю. Чекните право. Ай, фак! Ладно, ГГВП, это хорошая была игра. ГГ, да, хорошая игра была. Давайте, удачи, все. Мы сыграли бо 2, и в итоге счет 1-1, поэтому мы на этом остановились. И поняли, что лучше сыграть еще раз позже. Третья игра у нас была в таком составе. Пуша, Делайт, Фокус, Алваес. Ну и я. Мы играли против 7SSK7, Макривского, Бустера, Строго и Каравая. Такие вот составы, я думаю, это интересно. Поэтому сейчас ты увидишь, как она прошла, эта игра. Фак, близко у тебя, все там. Пятеру, блядь, сейчас напишу. Хотя бы урвете, блядь. Мне карма отъебет, слышишь, меня всегда карма ебет, блядь. Я сколько раз не писал, слышишь, блядь, карма мгновенная, блядь. Смотри, сейчас нахуй, сейчас 16-11 сосем, блядь. Зачем? Ну проверим заодно, слышишь? Разоблачение на карму, ребят. На шорт еще. Убил шорт. Убил. Хорош, это он. Оу, бустер. Реакция бустер, пожалуйста. Я жду. Минус. Все, в пизду. Убил. Хороший. Хорош. Нюхай. Фух, я думал, ты я. Ой, я думал, ты шок убил. Хороший. Убили. Два вышли. Оу. Эрик, может пойдем в Fortnite поиграем, чтобы так же стрелять, а? Согласен. Что мы сейчас делаем? Эко, дай еще одну. Дайте буст. Дай буст. Быстрее, уебище, ебаная. Хуль ты стоишь, блядь, циркач ебучий, блядь. Ауч. Да хуль ты, блядь, иди нахуй, уебище, блядь. Ты, блядь, место занимаешь, пиздец, сука, блядь. Найс. Эрик судьбу инсайда повторяет. Хорошо. Второй раз. Хорошо. Но они проигрывают, мне все равно. Хорош. Дверь вышел. Фак, он сидит там. На! Деласт. Торопитесь, я лоу хп. Стоять, блядь, на машине! Со снайперкой. Найс! Все, забираем! Есть я, ребята. Вышел, на сайте прям стоит. Хорош. Ставьте, чуваки, давайте на агрессию. Он меня не прочитает. Бля, ну это просто пиздец. Да. Мы эту катку выиграли красиво, прям хорошо было. Потом мне Бустер предложил сыграть аимку 1-1 после этого шоу-матча. Но я согласился, и сейчас увидишь то, что произошло. Только не пикаем, хорошо? Дальше с середины не идем, и без АВП. А, окей. Да. Давай. Блядь! Хуйня. Ух, блядь. Нихуя, ты мне два раза, всю спам не ебнул? Да. У меня пиздачело, слышь, туда-сюда летало, блядь. Да пиздец, блядь, минус 93 из 5, блядь. Кстати, слышь, походу реально интернет хуже сделали. Уж у меня пиздец все лагает, нахуй, я ни на какой сайт не могу зайти, блядь. Ну, не то, что хуже, может, а просто... Это больше на Европе сделали, чем в СНГ. Возможно, бля, мне кажется... А мы сейчас сидим на Иверпесом сервере, так что... Мне кажется, ограничили как-то. Потому что у меня на сайты не заходят, бля. Перегрузки, наверное, реально. Бля, ну это просто пиздец. А, я тебе еще один хит попал. Ёбаный сыр, бля. Новый баш, бля, хэ, бля, да. Да это у всех по-разному, я так понял, слышишь? Я понял, не у всех лагает, но... То, что лагает, это факт стопроцентный, бля. То, что какие-то, бля, ну непонятные помехи, бля, на линии 100% присутствуют, бля. Ну типа... Я попал в голову? Да ладно. 5 хп отнял.
Ну я тебя даже не вижу, чтобы ты понимал. Жестко, блин. Хорош. Или ни разу. Да. Нормально сосу, блин. Ролик на этом заканчивается, у нас по сути были только победы, это классно, пока у нас винстрик, а если ты хочешь увидеть, как мы будем проигрывать, то подписывайся уже прямо сейчас на Twitch, потому что мы играем шоу-матчи часто, ну из-за карантина. Так что ролики наперед ты будешь знать, смотря мои трансляции, ссылка есть в описании, и не забудь подписаться на этот канал, чтобы не пропускать новые ролики, пока.